Скорпион. Гороскоп на сентябрь 2022 года. Для представителей знака сентябрь – довольно удачный и прибыльный месяц. Однако стоит полагать, что он будет намного эффективнее предыдущего, позволит закончить давно начатые дела. Также это хорошее время для новых знакомств в бизнесе, дружбе, любви. Ближе к концу месяца скорпионам стоит принять важное решение. Скорпионы не могут проводить ни дня без общения. Они не относятся к тем людям, которые любят жить в тишине и спокойствии. Все время они хотят развиваться, изучать что-то новое, предпринимать какие-то действия. Начало месяца для них может оказаться неожиданным. Некоторые из задуманных планов могут не свершиться, возможно, даже угроза того, что общественное мнение немного испортится о скорпионах. Своевременное вмешательство в насущные дела поможет представителям знака не совершить непоправимых ошибок. Не стоит надеяться, что кто-то придет на помощь в делах, хоть ранее об этом часто говорили. Когда придет важный момент, то оказаться может так, что скорпионы останутся один на один со своими проблемами. Однако звезды советуют не расстраиваться и не разочаровываться в людях. Ведь совсем скоро в их жизни появится человек, способный для них практически на все, не требуя ничего взамен. Скорпионам стоит приготовиться к тому, что ближе к концу месяца им придется принять какое-то важное решение. Оно может касаться абсолютно любых сфер – работы, бизнеса, любви, семейных отношений. Астрологи советуют скорпионам не впадать в отчаяние и не паниковать, а принимать все как должное. Поступать придется, опираясь на собственные чувства. Женщина-скорпион. Гороскоп на сентябрь. Как никому другому женщине, скорпиону, стоит всячески избегать конфликтов. Ведь как сулят звезды, они не принесут им никаких хороших известий. Также астрологи рекомендуют представительницам знака не обращать внимания на мелкие и коварные дела своих знакомых. Реальных угроз для женщины-скорпиона в этом месяце не будет. Однако нельзя сказать, что она сможет заполучить все, чего так давно хотела. Немало придется попотеть, чтобы войти в доверие к начальству и коллегам. Астрологи советуют больше времени проводить с друзьями, прогуливаться на свежем воздухе. Это поможет снять стресс после тяжелых рабочих дней. Кроме того, даже в самых стрессовых ситуациях не стоит говорить ненужные слова своим близким людям, из-за этого возможны конфликты. Скорпионы очень любят сюрпризы. Ближе к концу сентября их ожидает какой-то приятный сюрприз, связанный с их воспоминаниями, надеждами. В некоторых случаях возможно возобновление былых отношений и новые романтические приключения. Мужчина-скорпион. Гороскоп на сентябрь. Из-за сильного влияния Юпитера мужчины-скорпионы смогут достичь новых высот. Если что-то ранее было запланировано, то осуществлять это нужно именно сейчас, немедля. Ни в коем случае не стоит скромничать и преуменьшать свои достоинства, что свойственно представителям знака. Стоит идти во все тяжкие и не бояться ничего. Астрологи не рекомендуют мужчинам-скорпионам играть сложные роли в сентябре этого года. Также не стоит играть на два фронта, и нашим, и вашим они не смогут угодить. Представителям знака стоит призадуматься о своей личной жизни. Возможно, пора что-то в ней изменить или немного наладить и разнообразить отношения с любимым человеком. Не нужно продолжать искать счастье среди прежних знакомых. Пора закрыть старую книгу и открыть новую, где ожидают увлекательные дни. Скорпионам может показаться, что они не смогут завершить до конца начатое дело, однако они всего лишь неправильно трактуют и оценивают обстановку. Сентябрь – один из самых удачных месяцев в этом году для представителей этого знака. Любовный гороскоп на сентябрь. Представители этого знака не терпят однообразия и скуки, и поэтому отношения с ними превращаются в приключения. Скорпионы весьма привлекательны для противоположного пола. Эти люди наполнены загадками, обаянием и самыми разными талантами. Общение с ними становится источником лучших впечатлений, однако далеко не каждому человеку хватает смелости продолжать знакомство и строить полноценные отношения со скорпионом. Финансовый гороскоп на сентябрь.
Эффектная внешность, бесспорная компетентность, высокая квалификация и уверенность в себе – все эти качества делают скорпионов поистине неуязвимыми на рабочем месте. Представители этого знака имеют огромный опыт, всегда пользуются своими талантами и способностями, а при необходимости пускают в ход личное обаяние, чтобы расположить к себе новых партнеров, руководителей и даже конкурентов. Гороскоп здоровья на сентябрь. Скорпионы в сентябре чувствуют себя отлично. Однако не стоит полагаться лишь на природные резервы организма. Постарайтесь укрепить иммунитет и поддержать нервную систему, поскольку в период межсезонья они нередко теряют стабильность. Следите за уровнем стресса и не позволяйте тревогам, неприятным новостям и беспокойству отнимать ваш покой. Отдыхайте, занимайтесь творчеством. Это поможет вам избавиться от лишних переживаний. Советы гороскоп в сентябре. Первая неделя, 1-7 сентября. Проводите время за развивающими занятиями. Больше читайте, учитесь, уделяйте внимание творчеству. Также рекомендуется встретиться с руководством и обсудить текущие проблемы. Вторая неделя, 8-14 сентября. Признайтесь в совершенной ошибке, и тогда ее последствия будут сведены к минимуму. Старайтесь поступать честно с людьми, от которых зависит ваше благополучие. Третья неделя, 15-21 сентября. Поступайте благородно, делайте подарки и не забывайте о старых друзьях. В беседах старайтесь не спорить с окружающими, доказав свою правоту, вы не почувствуете себя лучше. Четвертая неделя, 22-28 сентября. Щедрость поможет вам ощутить умиротворение. Делая добро ближним, вы почувствуете спокойствие и радость. Займитесь благотворительностью, это обогатит вас духовно.